Ребята, всем привет! Вы не поверите, но я нахожусь, знаете где? На самом стадионе футбольной команды. Меня только что пустили прямо сюда, внутрь стадиона, представляете? То есть я попросился, вон трибуна огромная, там стоят камеры, зрители, никого нет. Завтра будет большая игра, big game. И меня пустили на этот стадион. Ребята, прямо на футбольном стадионе, я один. Вот там вот я спросил у женщин, там вот девушка подошла, говорит, конечно, вы можете сделать фотографию. На огромном стадионе в Голландии, класс вообще. Посмотрите, как все это выглядит. Там ведутся работы некоторые. Так, где-то люди, вот там вот видите. Завтра готовится турнир. Вот там, смотрите, сидят всякие, получается, ну, корреспонденты, все. Вот так выглядит целый огромный стадион, представляете? Вон завтра играют команды, две команды, Vintage and Joyce. Так, ребят, вот это мне поперло, а? Так, я нахожусь в городе Арнем, это их местный футбольный клуб. Меня спросили про Слуцкого, тренера российского ЦСКА. Так что, он, может быть, даже он приезжал сюда. Класс, ребята, вот это будет видосик, да? Все, долго не буду задерживать, я там попросил сделать фотографию, но немножко видео. It is very beautiful, it is very great. Видите, как мне повезло? Просто надо спрашивать и ничего не бояться, короче. Солнышко, все, класс, супер. Видосик отличный, огромное всем спасибо. Ну, я имею в виду, кто меня сюда запустил. And have a nice day, and good luck. Все, пока.